Музыкальный театр Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Леонарда Гатова продолжает дарить детям праздник и объединяет неравнодушных людей. К международной благотворительной акции «Щедрый вторник», которая прошла в стенах театра 29 ноября, присоединились бизнесмены и целые предприятия, а также просто зрители, для которых чужих детей не бывает. Подарив ребенку билет на сказочный спектакль, они совершили настоящее чудо, которое обязательно отзовется добром в каждом маленьком сердце. Кубанские песни и танцы, щедро сдобренные ярким динамичным действием и нарядными костюмами, приправленные опасными приключениями и счастливой развязкой, органично соединились в мюзикле «Удивительные приключения в сказочном царстве», поставленном народным артистом России Вячеславом Егоровым с артистами ансамбля казачьей песни «Креница». Только в театре сын станичного атамана Семен может попасть в сказку, где женится на капризной царевне Мане. А вместе с ним в сказочном царстве оказываются и ребята, так искренне сопереживающие героям спектакля и так чутко реагирующие на каждую сцену. Этот музыкальный спектакль учит любить, думать, а еще быть добрым. Добро нельзя ни купить, ни измерить, но и можно, и нужно делиться. И это помогает людям становиться чуточку лучше. Дружными аплодисментами ребята поблагодарили артистов за интересную сказку, а тех, кто помог им прийти сюда, за праздник, которого много не бывает. Участникам доброй акции генеральный директор и художественный руководитель Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Леонарда Гатова Татьяна Гатова вручила дипломы и цветы. О прекрасной земле кубанской, о щедрости тех людей, которые живут на этой земле, о богатстве, о доброте, о любви. Это была сказка. И люди, которые помогли вам прийти в этот зал сегодня, огромное им спасибо. Это только небольшое количество тех предприятий, представители которых сейчас у нас на сцене. А на самом деле огромное количество людей, щедрых, добрых, которые могут сочувствовать тем людям, ну, которым немножечко сложно сегодня. И вы будете все, детки, добрее, щедрее, здоровья вам, счастья. И приходите всегда к нам в театр. А вы давайте возможность прийти. Мне вот этот театр больше всех понравился. А кто больше всех понравился? Сковой. Такой красивый был. Понравился спектакль? Да. Мне очень понравился театр. И я думаю, что такого театра ни разу не было в мире.